Приветствую вас. Давайте мы с вами для начала определим, какой у вас, собственно, вопрос к психологам. Потому что, когда вы пишете, что у меня большие семейные проблемы, также в личной жизни, ссоры с родными, не можем с женой тихо счастливо жить из-за семейных разногласий, очень боюсь, что с женой расстанемся. Это, как вы понимаете, не не вопрос к психологу. Это скорее просто констатация факта о том, что некоторая проблема существует. Вот. Это да. Но не более того. Понимаете? Поэтому на что вам нужно обратить внимание, это на то, что вы хотите. На, может быть, свои чувства, на, может быть, свои потребности, на, может быть, свои желания, на, может быть, свои интересы, на, может быть, что-то еще. Вот. Потому что если у вас возникают проблемы, в частности, проблемы с родными, ну, с родственниками проблемы, если у вас возникают, то, возможно, что-то в вашем общении с ними требует отдельного внимания и отдельной корректировки. Возможно, что-то во взаимодействии с ними складывается не так, как вам бы, например, того хотелось. И в этом случае ситуация требует своего анализа, ситуация требует своего подхода. Ситуация нуждается, чтобы мы ее изучили. Вот. Поэтому, ибо у всего есть, опять же, свои причины, да, у всего есть свои основания, скажем так. Вот. То есть это такая вот история, и я надеюсь, что вы для себя сделаете определенные выводы. Вот, помимо того, что очень желательно, чтобы вы определились для себя, что вы хотите, да, важно еще определить, насколько вы понимаете, например, желание своей, допустим, жены, желания своих родителей, что они хотят от вас и так далее, потому что вы находитесь все-таки, ну, вы находитесь в определенной экосистеме, вот, которую желательно бы так или иначе исследовать, ибо и родные, и жена – это именно экосистема, в которой вы находитесь, в которой вы живете. Понятно, да?
о чем идет речь. Далее вы пишете, что ссоры с родными. У вас большие семейные проблемы, также в личной жизни. Можно подумать, как они появились, можно подумать, что с ними делать, можно поанализировать то, например, чего вы хотели бы для себя, и то, что вам, к примеру, нужно, опять-таки, вот. Здесь главное, опять же, просто понять, что вам нужно для себя, вот, потому что пока что, на данный момент, ситуация крайне туманная, в том смысле, что есть просто факты, и вы о них говорите, об этих фактах, но дальше фактов как бы ничего не идет. То есть ни ваши чувства, ни ваши эмоции, ни ваши желания, ни ваши даже видение ситуации, да, то есть как вот так вообще вышло, как вообще так получилось, что вот вы, ну, ссоритесь со своими близкими и родными, из-за чего вы ссоритесь со своими близкими и родными. Вот это все не исследуется, не изучается, это все никак не охарактеризовывается. Вот. Хотя моменты это очень важные для нашего понимания, вот, именно потому, что мы работаем с вами, да, мы работаем именно с вами. Мы работаем с вами, мы работаем с вашими эмоциями, вот, мы работаем с вашими же чувствами, вот, а этой информации вы нам как раз таки, к сожалению, не даете, вот. Поэтому, мне кажется важным, чтобы вы вот рассмотрели возможность, значит, для себя более подробно поисследовать все обстоятельства данной ситуации. Вот. Это, может быть, вам будет удобно обратиться вместе с женой на консультацию, да, вдвоем, чтобы именно вот этот процесс происходил непосредственно при участии вас обоих. Может быть, чего-то еще вы хотели бы, именно хотели бы. Понимаете? Вот. Это, может быть, еще вам что-то было бы удобно. То есть это вот примерно такой момент, да, примерно такая история, и я надеюсь, что вы для себя эту историю обязательно рассмотрите в наилучшем виде, потому что пока что это вот просто наброски идут у вас реальной ситуации. Вот. И все. То есть для того, чтобы вам помочь, вот,
очень мало информации. Вот, в принципе, то, что я думаю по данному, по данной вашей ситуации. Вот. В целом, родители хотят чего-то своего, вы хотите чего-то своего, в принципе, это нормально. Вот, важно отстаивать свои интересы, потому что если вы не будете отстаивать свои интересы, то, собственно, у вас, ну, ничего и не получится, вот, потому что люди будут думать, что вы себе не уверены и считаться с вами, соответственно, не будут, вот. Поэтому здесь, конечно, требуется определить по возможности свои интересы, вот. И определив свои интересы, уже можно будет наметить то, как вы будете, к примеру, их, ну, реализовывать. Вот. Мне представляется история так, если, конечно, вы хотите действительно в этом направлении работать. Вот. Если вам, ну, если вам интересно работать в данном направлении. Вот. Не исключено, да, не исключено, что потребуется не одна беседа, не исключено, что потребуется несколько бесед, потому что не всегда сразу получается разобраться, не всегда сразу получается рассмотреть свои чувства адекватно. Вот, к сожалению. Но если у вас есть мотивация, да, если у вас есть мотивация, то я полагаю, что проблема стоять вообще не будет. Вот. Вот так, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос. А если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад вам помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится.